Смотрите, она кушает его. Она реально его ест. Приятного аппетита, кто кушает, хомячит, лопает, трапезничает. Продолжаем захватывать Elden Ring за самурая. На связи Чандер, и мы отправляемся, минуя, конечно же, копье, на убийство Рикарда. Ух, поглядим. Если честно, для милишника противник непростой. Посмотрим, как мы его будем убивать. Очень непростой. Буянит. Хорошо, что огонь не остается после него. Не достаю, смотрите. Лаву раскидал. Попал. Не... Ты издеваешься. Он издевается, я вам точно говорю. Да и огонь там не пойми где был. Я просто не попадаю. Змея же маленькая, понимаете? Крошечная такая змея. Вот, наконец-то. Один удар есть. Я рассчитывал вырубить его уже. Сколько же тебе ударов надо, чтобы тебя вырубить? Наконец-то. А что это нам дает? Ничего. Даже критулю не пробить. Кровоток сработал, хорошо. Возможно, как раз кровотоком и нужно, да? От этого не увернуться. Ага.
Так, минус тут змейка. Я не знаю, как мы сейчас будем пробивать. Возможно, никак. Он вызывает ранкор. Рядом с ним всегда море грязи. Меня, конечно, поперла моя слеза. Я вот подумал, может быть, впритык, если подбежать. Я, может, что-то смогу сделать. За счет большого количества здоровья. Потому что вот я его вырубил. Слеза пока живет. Мы его вырубаем. Это выглядит опасным. Это ранкоры пошли, потому что... Опять ранкоров. Нет, это не ранкоры, блин. Он просто мечом ударил. Так. У меня вопрос. У меня появился вопрос. Один очень важный вопрос. Очень важный. А чё так просто-то? Не, я не шучу то, что я думал, что я часами просижу на этом боссе. Не две попытки, ребят, а часы. Я настолько просто ни за кого никогда не убивал. Защиты, я помню, это было прям... Ух как! Там особенность одну приходилось использовать. За мага тоже не так просто. Я камнями его бил, вырубал, да, регулярно. Но не так просто, у него очень много здоровья. Ну... Так, погодите. Сейчас я сначала вернусь в вулканового поместья. Надо посмотреть, Бернал убежал или нет отсюда. Убежал или не убежал, в любом случае с ним потрындеть было бы неплохо. Леди Танит все еще здесь сидит. Пока что. Может, с ней тоже нужно побаловать. Мне нужно, чтобы она уехала отсюда. Так, мятежник Бернал. Ля-ля тополя. И ты мне ничем... Не, ничем ничего не... Нет.
Кстати, я драться-то могу. Вот здесь драться не могу. Вот здесь я драться тоже не могу. Ну, то есть я нигде драться не могу. И здесь в том числе. Так, хорошо. Леди Таня, ты. Да, владыка слаб. Представь себе. Хорошо. Ну, владыка имеется в виду их владыка, да? Не я. Я-то наоборот силен. Так, где леди Танит? Скоро покину вулканово поместье. Ты тоже уходи. Быть может, наши пути пересекутся. Вот. Может быть, теперь она полетела туда. Наконец-таки. Так, где рыцарь? Дай мне немного времени. Велик. Не так-то просто съесть. Смотрите, она кушает его. Она реально его ест. Приятного аппетита, кто кушает, хомячит, лопает, трапезничает. Так, ее мы убили. А вот рыцарь танет. О, отлично. Погоди, мне попить надо. Попить. Я долго по пустыне путешествовал. О, это класс. Что он эту фиговину использует? Это очень хорошо. Это действительно хорошее окно. Он может блевать огнем. Такого я не видел еще. Все. Атрибут рыцаря горнила дыхание. Ребят, шутки шутками, никогда его не убивал. И никогда не получал ни этот комплект одежды, ни атрибут рыцаря горнила дыхание. Прикольно. Хорошо. Активирую костер, а тут птица, здрасте. Хамит. Вот нахалка. Открывает тут свою пасть. Ого. А тебя не смущает, что у меня здоровье под 2000, птица? Видимо, это ее совсем не смущает. Ладно. Ой, куда? Все, поехали. Великанчик, да? Может быть, стоило и флягу тогда на второй фазе тратить. Ну, посмотрим. Один удар. И уже снес. Стоит, может быть, через лошадь играть, кстати. В таком случае. Огонь.
Вторая фаза. Жаль, что без кровотока. Хотя кровоток сработал, но, кстати, я его не убил. Я помню, я убивал его так, когда на второй фазе кровоток сработал. То есть он просто погиб. Здесь нужно впритык к нему подходить. Вставай. Вставай. Да, второй удар. По пяточке. Это то, о чем я думаю, да? Да. Терпим. Слеза живая. Отлично. Он пытался подгореть, наблевать из своего пуза. Не вышло. Ну, великан ожидаемо было то, что будет простой. Все-таки против самурая, я вас умоляю, господи, какой там великан. Мы Рикарда, стоя в лаве, в его лаве же, понимаете, в его лаве взяли и убили Рикарда. Это, конечно... Ух. Так, давайте присядем. Так, интеллект. Хорошо. До следующего уровня не хватает. Слушайте, а мы уже в Фарумазулу идем. Угу. Уже до Фарумазулы добрались. Давайте сожжем Мелину тогда. Да? Так, вот он, костер. Ну что, сжигаем девчонку. Вроде бы сделал все, что мог. Да, мы, конечно, пойдем потом в сторону Малени или Ля-Тополя, но здесь мы должны поговорить с Мелиной, которая сожжет себя. Сжигайся, девочка, сжигайся. Да, приступим. Все, она нас потрогала. Она сожглась. С чем я вас и поздравляю. И мы оказались в Фарумазуле. Вот он. Разрушенный Фарумазул. В прошлом, если быть более точным, мы оказались. Нужно добраться до ближайшего костра и будем в порядке. Так. Этих ребят я, кстати, никогда не убивал полностью. Может, убьем? Может, и убьем. Но мне нужен телепорт для начала. За самурая даже не паришься на самом деле. Дойдешь ты до телепорта, не дойдешь. Ты понимаешь, что дойдешь? У тебя варианта нет. Пока будем критулю пробивать, мы неуязвимы. Слушайте, ну если они вот так оглушаются, пойдем зарежем их и посмотрим, что у них там лежит.
Я ни разу их, по-моему, не убивал. Даже магом. Магом я старался все защищать, но, по-моему, я здесь магом их не убивал. Это не точно. Если что. А тут, оказывается, агрессивный-то только один. Остальные просто кушают. Они просто кушают и никого вокруг не слушают. Старый клык. Настолько сильно грыз то, что потерял зубы. Бывает. Так, ладушки, оладушки. Мы можем же присесть, правильно? Мы пока телепортироваться ни к чему не можем, но это условность. Это Фарумазула просто нам дает такую возможность дойти до костра. А дальше уже можем спокойно телепортироваться. Если бы мы еще вальнули Лоретту, вот идеально было бы. Ой, а этим дудочникам тоже можно в спину, оказывается, втыкать. Вот не играл через криты никогда, видите? Ну, нож у меня был с критами. Но мы за нож, я не помню, где остановились. Там понавыходила куча всего. Мы забили на то прохождение. Как-нибудь пройдем уже полноценно за ножи. Не только за редувию, а вообще за ножи. Не вот так. Вот сюда. Кто по нам стреляет? Кто это по нам стреляет? Большую штуку мы можем пробить? Да, даже большую штуку, слушай, по спину могу пробить. Хорошо. А вон какой-то дудочник и трубник ходит. Ладно. Спускаемся сюда. Здесь муравьишка. Парнишка, муравьишка. По дереву полез. Парнишка-муравьишка на нас пошел. Неудачно очень. Там мы ни докуда не дойдем. Вообще могу. Вот здесь идти — это самоубийство, ребят, говорю. Так. И, кстати, это правда самоубийство. Смотрите, что произошло. Нас убили. Не ожидал, что прям до такой степени. Но я хочу пройти. А куда я там пройду-то? Мне лучше дойти до верха, потому что там сверху вроде то нужное место мне. Поймал меня. Ужалил. Скинул. Обидно. Неприятно, что муравьишек не цепляет ничего отсюда. Выжил. Вот и в предыдущий раз, я думаю, я выжил. Что здесь? Руна Нумена. Пригодится. Красная гниль не очень приятно, но... Нам вообще пофигу, мы взяли ее и сняли. Так, что мы здесь можем найти? Туда выход. Туда выход — это вроде и неплохо. Вот я прошел на мужика, да? Я молодец. А дальше-то что? А дальше лестница. Пойдем, посмотрим, что там. Мне самое главное — дойти до какого-нибудь костра. Смогу ли я лифт этот активировать? Не смогу. Вот в этом и соль. До костра-то я дошел, но там лифт не плевать. Сейчас здесь присядем, поедем дальше. Ну, побежим. Так, здесь желательно бы быстро пробежать, если получится. Нам от этого участка локации... Да вроде ничего не нужно. До туда, жаль, нельзя допрыгнуть. Нормалек. Мы вот здесь по лестнице залезем.
Не, ну это удар в спину. Это грех пропустить за самурая. И это тоже. Я думал, что это тоже. Это другое. Это другое. Он меня запалил, да? Ну да. И не он один. Пойдет. Что ты охранял? Драконий кузнечный камень. Хорошо. Это не сказать бы, что мне прямо сейчас нужно. Ну хорошо. Бежим туда. Быстренько сейчас доберемся до нужного места. Будут кристаллийцы здесь. Мне их трогать вот вообще не нужно. Или нужно? Ну-ка, ну-ка, что ты тут творишь? Все, минус кристаллиец. Один. Минус кристаллиец второй. А то что-то душат. Призывательные улитки. Так, здесь нужно будет открыть лифт. Вон тот. Хорош. Ладно. Пройдем, пожалуй. А то там Гуга уже... И тут Гуга пушку Хаймы заряжает. Все, наконец-таки. Лифт есть. Значит, есть и костер. Лифт есть. Костер есть. Да, я думал то, что это лифт, который вверх. Не-не-не, ребят, все нормально. Так, ну здесь у нас могут быть проблемы. Это все-таки Лоретта. Мне Лоретта просто не дается, ребят. Такой противник неприятный для меня именно. Она люто подвижная. Правда, у меня сейчас слеза есть, которая ее отвлекает. Поэтому что-то как-то легко. Пока что. Да. Взяли, просто зарезали ее. Ну, это, ребят, за счет слезы. Соляного ее было бы сложнее. Хотя, если честно, учитывая то, что самурай ее может вырубить. А вырубка это очень важная такая вещь. Возможность вырубить, да? Посмотрим, как мы будем, конечно, с Маленей потом сражаться, потому что Малюша... Ух, Малюша это очень сильно. Качаем здоровье. В любой непонятной ситуации качаем здоровье. И в понятной ситуации тоже качаем здоровье. Хочу здоровье на полэкрана. Смогу или нет этого добиться, не знаю. Но вот 60 здоровья, это у нас цель такая. Если уж мы достигнем и 60 здоровья, все остальное пойдет уже в ловкость. Спускаемся. Тут, по-моему, не особо что-то полезное для нас. Да, драконий кузнечный камень это круто, но нам он уже не нужен. Вот этот дядька, кстати, давайте попробуем на мужика его одолеть. Потому что он нам закрывает проход. И он нас может еще и вырубить.
Я помню, за кого-то пробовал на мужика его одолеть, а в итоге он меня одолел. Угу. Вот здесь могла бы быть Мелисента. Но мы ее давно прирезали. Вот такие вот пирожки. Здравствуйте. Бежим. Нам, в принципе, желательно бы как можно скорее сейчас добежать до Малении как раз-таки. Смотрит, смотрите вдаль. Где же враги? Хорошо. Ать! Нехорошо. Вот это нехорошо. Это правда нехорошо. Костер чуть ли не сверху здесь. Угу. Вот настолько на мужика я еще никогда здесь не проходил. Но это хамство какое-то, я считаю. Я просто зашел через парадный вход, ребят. Это что за жесть? Вообще не уважаю никого. Вот если честно, здесь у нас будут проблемы. И тут проблема не в достойности противников. Так, это гимнаст, ему не мешаем. Оттуда выйдет сейчас товарищ один. Вон. Чего? Сумасшедший, что ли? Не, вы видели, что он сделал? Он до сюда дошел. Они не воюют друг с другом? Священные рыцари, вот эта фигня? Ладно. Священный рыцарь и родичи гнили. В порядке. Оба. Что убило меня в итоге, я не знаю, но реально, смотрите, рыцарь дошел до сюда. Так, теперь все правильно сделали. В два крита. Хорошо. Так, давайте-ка. Вот так. И вот так. А почему оно на меня до сих пор действует? Как будто бы я искупался в этой жиже, если я не перекатывался в ней. Ладно, не будем вдаваться. Вот теперь перекатился, конечно. Вот теперь давай, раз уж мы здесь погрузились, по самое не балуйся. Все, по чуть-чуть будет нас подтравливать оно, но терпимо, мы еще успеем добежать до костра, скорее всего. Вот тут кострище будет. И до Малении рукой подать. Хотел бы я сказать. Сейчас давайте присядем. Так, плюс здоровье 1750, а когда мы здесь уже, вы посмотрите, сколько у нас здоровья, 1853. Да, мы получаем чуть больше урона, но это нивелируется как раз увеличением количества хп. Так, если я все правильно помню, то мы идем правильно. Какая у меня меткость потрясающая. Все, готовченко. Прошли через всю эту локейшн. Добрались, ребят, вот там вон. Вот за тем туманом.
живет та самая девушка. Ух, пойдем к ней на свидание, ну либо в следующей серии, ну либо чуть попозже, посмотрим. Ну и конечно же, необходимо поблагодарить наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров. Ведь без их поддержки ни этого ролика, ни других, что выходят сейчас на канале, не было бы. А тех, кого еще нет в списке, приглашаю присоединиться по ссылке в описании. Вступайте в семью, ведь семья — это главное.